Почему так светло и громко? У меня морда красная стала. Не понимаю. Так. 4070 Ti Supreme MSI. Хорошая карта? Купим, разберемся, ясно. Хороший настрой. Так. Все работает вообще? Там какое-то подозрение, что... Да вроде все работает. Как у меня загружать? Вот это я нажал. Вот же я сохраню. Фью. I seem to be getting my money's worth, Commander. Colonel, you'll want to see this. My operatives have uncovered the routes of several bandit supply convoys moving through the sector. Very good. I want the first heavy recon mobilized in 5 minutes. They'll destroy the convoy headed south. I want you to intercept the second convoy heading east. If her information is correct, there's a mobile headquarters included in the convoy. I want it. Sir, yes, sir. Вот раньше классно было. В играх прям реальные видеоролики были. А не херня рендерная. Так, чё тут? Штайнер, Intel, AMD, понятно. Уничтожить хранилище топлива, уничтожить врагов и чекпоинты. И уничтожить их мобильную базу. Угу. Это все неинтересно. 92620 Сибилс. Так. А теперь смотри. Так, а что у нас есть в хранилище? У нас есть бушвакер, у нас есть Urban Mech. Вопрос. Fire. Вот эти вот мне нахрена теперь два. Твич на Urban Mech. Почему его нельзя расконсервировать? А, 150, 190. Естественно, Urban мне не особо-то нужен. А бушвакера можно еще одного взять? Во, 175, другое дело. Кого мы сюда посадим? А пилоты где? Где пилоты? Ай, пилотов где брать? Modify Mech. Вот эти штуки красные. Damage. А, это просто ракеты обозначены как раз. Ясно. Бушвакер Prime. Тут даже сборки можно делать. Прикольно сохранить. Так. Не каждый модуль отрисовали в 3D. Йоу! Эти, Piranha Games. Мехвалер онлайн, которые делают. Вот как надо, модули. Раз-раз, все отрисовали. Я понимаю, схематичные иконки это стильно модно молодежно, но можно и так. Подожди, а у меня же еще бушвакер есть. Вот это мне не надо. Вайрант. 55. Какой-нибудь файрантов. Ремув. Дай мне бушвакера. Можешь продать этих Urban Mech'ов нафиг? Все, что лучше, Urban Mech или? Он прыгать умеет. Те не умеет. А вы умеете прыгать? Флэш умеет прыгать. Вот ей хватит. Ненормально так стоит. Шутист это кто? Первый раз такой вижу. Сколько я играл, потом тихо. Что-то, наверное, древнее еще. Только бардачи это
помнят. Ханчбэк полтосик, да, весит? А у нас, да, у нас как раз полтосик есть. Ханчу у нас стоит 46 тысяч. И он умеет прыгать. Short range. Это не умеет прыгать. На, ну он и весит 70 тонн. Не, прости, чувачок, ты чё толстоват. Давай я куплю ханчбека. А вот эту мелюзгу я, наверное, продам. Нахрена мне их столько? Или пусть лежат. Ладно, пока не горит, оставлю. Так, Ханчи, иди сюда. Пилота в следующем окне добавлять. Че, два раза ткнул? Тейк. Ну это явно лишнее, одного продам. Чисто компенсировать расходы. Модифай, модифай. Че на этого ханчбека навешать еще можно? Вот это у него дура. Броня, броня, лазер. Ладно, не хочу вдаваться сейчас в подробности. Мехлаба. Next. А, вот пилотики. Так, кто у нас там самый-самый? Зеленых мы не будем брать. Twitch. Тебя мы возьмем. Ты что у нас умеешь? Лейзер-специалист. Так, тут нету лазеров. Тут лазеры. Тут нету лазеров. Вот сюда пойдешь. Ханчи. Кто еще у нас есть? СРМ. Кто по этому там СРМ пуляет? ЛРМ и ЛРМ только. Нахрена ты СРМ? О! Автокеннон. Да блин, покажи мне меха характеристики. Вот у этого автокеннон есть. Автокеннон. Мясо. Ладно, мясо, иди сюда. Червь. Червь. Бледный наездник. Лазер-специалист. Лазера даже нету. Twitch тоже лазер-специалист. У зеленых нет профессии. О, какой колоритный дядя. Крип. Кобра. Кобра. Назову канал Кобра. Так. Чищи. Ну давай, ну кого сюда? Это по лазерам, это по лазерам, блин. Это по легким мехам, так что тут ничего уже не поделаешь. Ладно, будем воспитывать новые кадры. Возьмем вот этого чоппера. Будет учиться у нас. Все? Save game. Только не обваливайся. I've taken control of your console for tactical review, sir. The convoy will be taking this road to the base. We should take out this military checkpoint and ambush the convoy when they come through here. Unfortunately, the enemy has set themselves up pretty well. The turret controls are very well protected. It'll be tough getting to them without being shot up in the process. Instead, we can fire at those fuel tanks. Destroying a fuel tank will cause a large explosion.
damaging everything within the blast radius. We can also try shooting those turret generators. Да давай, раздвигайся, что ты... Уничтожаем это, захватываем это. Или захватываем это, потом уничтожаем это. Потом стоим, ждем здесь, когда они повезут свой HQ, да? Ладно. Мужики, вы где? И дамы. И дамам. Так. Стоять. Мы выманим его. Понеслась. Куда ты пошел? Мясо! Стой! О, он умеет задом сдавать, нифига себе. Так, флеш, ну-ка. Немножко приподнялась сюда. Хочу, чтобы она сюда спрыгнула. Они, конечно, перезахватить успеют. О, они сами идут. Нормально. Ну, пусть идут. Пяу! Болван. Куда полез вообще? Файрант опять. Куда ты пошел? Это теперь чоппер ходит. Ладно, чоппер упростительно. Он новичок у нас в команде. А, смотри, как они тут тоже стрелять будут. В общем, что от нас требуется? Вы. Летите сюда? Ты? Летишь сюда. Да лети быстрей! Сюда, перемахивай. Давай. Уи! И захватили. Захватили, захватило. О, все. Теперь турели работают на нас. Блин, нам ремонтик нужен. Так, чекпоинт-то мы захватили. О, скорая помощь стоит. Эмбюленс. А тут у нас что? Понятно. Тут еще интересно, что. Оу. Целая база. Вот и конвой, да? Ресурсы, ресурсы. А мы что будем делать? Быстрее, быстрее, быстрее. Насколько большой взрыв, интересно, будет? Едут, едут. Что можно его подорвать, когда конвой здесь будет? А это что за турели контролирует? Непонятно.
пусти, мы сюда отойдем. Ну чё, вы там доехали? Тут еще идет. Пусть стоит, пиликает. О, едут, едут. Сейчас мы раздолбаем конвой. Подходит. Отлично. Их выманим пока. Ну-ка, захватывай, 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 захватывай! Бегом! Бегом! Всё. Башни связи потеряли. Эй, блин! Кто подорвал? Мобайл HQ-то уничтожили? Она, блин, стоит. Как я без нее теперь? Взрывайте нафиг. А чё вы не подходит? Вот это взрыв! Fine work, sir. Those hills overlooking the road are excellent ambush points. Firing from high ground gives us a better chance of hitting an enemy's upper armor and cockpit. Razorback press F. Once you get your mix up on those hills, order them to hold position. When holding position, pilots will not move unless given a direct order, firing from where they stand. Our order. Так не пойдет. I seem to be getting my money's worth. Хорошо, хорошо, хорошо. This is our mech bay commander. Here you decide which mechs we take on the next mission by placing them on the deployment team. You're only limited by how much team weight we can transport to the deployment. Сейчас мы правильно сделаем. I've taken control of your console for tactical review, sir. The convoy will be taking this road to the base. We should take out this military checkpoint and ambush the convoy when they come through here. Unfortunately, the enemy has set themselves up pretty well. The turret controls are very well protected. It'll be tough getting to them without being shot up in the process. Instead, we can fire at those fuel tanks. Destroying a fuel tank will cause a large explosion, damaging everything within the blast radius. We can also try shooting those turret generators. Сразу уничтожать эту штуку смысла нет. Сюда просто подойдем. Нет. Эй-эй! Что вы творите?
Этот опять куда-то пошел. Куда ты пошел? Дурачина. Сейчас еще один подойдет. Еще идет. Куда ты топаешь? Все, турели больше не работают. И теперь можно топать. Все взорвал нафиг. Все разносить пошли. Fine work, sir. Those hills overlooking the road are excellent ambush points. Firing from high ground gives us a better chance of hitting an enemy's upper armor and cockpit. Once you get your mix up on those hills, order them to hold position. When holding position, pilots will not move unless given a direct order, firing from where they stand. That convoy should be here any minute now. Our objective is to capture the HQ vehicle while destroying its guards. Careful. If the HQ vehicle is destroyed, we fail the mission. Also, enemy convoys often contain resource trucks. Don't blow them up. Capturing them gives us resource points, just like capturing a resource building. Все захватывать вам надо, блин. Вот это, короче, можно уничтожить. Вот это и вот это. Все. Остальное мы должны захватить. Может, пока эти будут стрелять, Рейзер будет бегать и захватывать? Этот не достанет, кстати. Все будет там стоять. Киза, ну что? Я ж только поиграть присел. Долго едут. Можно приказать не стрелять вообще, в принципе? Давай вот быстро беги и захватывай. А чё встал-то? Вне прямой видимости, ясно. Беги, захватывай, дура. Ты не можешь захватывать сюда? Uploading data from the HQ vehicle now, command. So this data contains the command structure of the whole bandit army. I copy that. I know this guy. The leader of the bandits is a guy named Vong. He's an officer for House Liak. I don't know what's going on, but I think this job just got more complicated. Ясно. Мы вляпались. Не можем эту штуку забрать себе? Ну, что это так долго пинется, можно? Ай, я здесь нету скорости зума.
Все, можете не париться. О, можно захватить вот этот ресурс трак. 9000 как раз компенсируем. Сколько там капнет? 13000. Эти нам не нужны, значит. Отойди, зацепит. Ремонт давай сюда. Всех починять надо. Ну чё ты не дочинил и поехал? Нет, теперь так стоять будет. Ученика заканчивается. А тебе что, лапу оторвало? Капец, а как ты воевать-то будешь? Тебе есть чем стрелять? Что ты потерял? Один лазер ты потерял. Ну ладно, Твич. Твич, как всегда, в своем репертуаре. Ну, отлично. А теперь захватите вот эту вот... Вот это вот все. Милитари. Чё милитари-то? Weapons Facility. Вот это надо захватить. Амо. Управление вратами, управление турелями. Ясно. Сейчас надо сюда двигать. А там уж как пойдет. Ну что там еще? Кто там? Кто-то по дороге? Главное, вот так сейчас будет. Не вот так напрямую, а будут... Как конь ходить. Буквой Г. Че, вы не можете это захватить? Поехали захватывать. Кто-нибудь уже? Что там приближается? Танчик. Может, тут еще ресурс есть? Мне здесь нечего захватывать. Так, антураж. Для красоты. Ладно, го, мы отсюда пойдем, наверное. Мясо, как всегда, пошел своей дорогой. У него свой путь, всегда. Вообще по воде бегает. Ну чё, по классической схеме или как? Твич же тоже прыгать умеет. Так, прыгуны пусть тогда сюда бегут. Мег пауэрап детектед. Да где? Да? Да ерунда. Бегом. Пока они сюда идут. Ну чё, допрыгните? Родные мои. Давай!
И захватываем, захватываем, захватываем. Блин, слишком много врагов рядом. Ладно, херачьте. Палим! Как насчет того, чтобы наступать? Что встали? Захватывать мясо. Ты опять сдох. Хочешь ты мясо или это не он? Вчера того это что встал, что у него ножик нет, все у него есть. А что стоял? Гад богованный. Взорвите нафиг эту штуку. Так, с щелями еще может понадобиться. Надо забрать кого-нибудь. У нас 11 тысяч. Кого мы забрать можем? Кто там на... Файрант, файрант, вот давай. Чё нельзя-то? Флэш, беги сюда. В смысле ты не можешь? Чё ты не можешь туда добраться? Ты чё? Да, может добраться туда, не может добраться. Ты что стоишь? Ну-ка, давай ехай, чини. А вот турбан мех еще лежит. Ну-ка, давай его заберем. Быстрее ехать. Давай, чтобы вы встретились. Из пункта А в пункт Б. Выехали два меха. Нет. Меха ремонтная станция. Мех со скоростью 20 км в час. Станция со скоростью 5 км в час. Дистанция 2 км. Через какое время они встретятся? Его тоже починим. Че у флеш там такое? Всех починил, вот этого починит уже. Че плетемся-то? Эй, как это кончилось? О, блин. Ну ладно. Все тогда? Захватывайте. Только впритык захватывать могут. Objective complete. Ну вы вообще. All right, Skipper, you got yourself a stash of pulse laser weapons. It's a simple trade-off. They do more damage than regular lasers, but they generate more heat.
Ясно. Импульсные лазеры дали. Ну если контратака, какая контратака? Лич, сюда бегом. We need some support. Capture any resource buildings in the area. We can use the RPs to call in fixed artillery. Да не на что уже, все. Блин, контратака. Кто мог подумать о контратаке-то? Ты всех починил? Обидно. Блин, и эту хрень мы взорвали, которая турелями управляет. Вместе с генератором причем. Что стоишь-то? Тебе ж приказ дали. Сюда топай. Чуть не можно большие расстояния отходить. Блин, я пытаюсь что-то умное придумать, а игра буксует в простых вещах. Этого орудия нету. Да не тебя, блин, я хочу тут выбирать. Вот так, тык. Когда я по одному быстренько убираем. Хрена на эту хрень потратил. Быстрее вали ракетчиков. Это просто за компанию бегает. Безоружный. Чего вы его толпой-то не можете? Можешь вот так сделать? Я не умею как в батлтехе прыгать сверху. Вот этого бы забрать. У меня ресурсов нет. Mission successful. А, нет, можно забрать. Мысли, мы еще забрать можем? Какой целее выглядит? 500. Все, не жадничаем. 7000 мне это обойдется. А, это 7000 у меня останется после этого. Я их сейчас продам.
О, медаль за отвагу получает Чопер. Может, специалистом по автопухам. Мясо, медаль за отвагу получил. Твич, фига ты настрелял. Кто мог подумать? According to the data you recovered, the bandit leader is Chung Vong, a House Liao commander who attempted to take this planet in 3057. Steiner intel shows him on active duty, but your data says he was dishonorably discharged. Someone's lying. There's another supply convoy moving up the Little Yangtze River. Stop them before they cross it. Colonel, that river is the border of Liao territory. I urge you not to take military action so close to House Liao. I'm not taking military action. He is. Colonel, I respect... Что если она шпион Ляо? Ну так. Просто если подумать. Конвой опять. Опять конвой. О, 205. Можно побольше взять, да? Star Slayer. Ни хрена себе. Вот это надо взять. Урбан мех. Иди нафиг. А ты иди сюда. New battle max available. Fire. О, можно Зевса купить. Так, нафига мне вот этот весь мусор, правильно? Ржавые урбан мехи. О, 314. Можно здесь Зевса купить. Подожди. Сколько он? 80 тонн. 205. 20 оба. Ну, мне придется двух этих убрать. У этого что? СРМ. Это у нас был специалист по СРМ. Вот. Ну все, наверное. Или нет? Пятьдесят тонн, 55, 50. Ой, Люк, здорово. Чё как? Если я 50 этого уберу, то плюс 20 это 70. А мне нужно 80 тонн, чтобы Зевса купить. Я могу вот этого взять. Вместо ханчбека. Вместо ханчбека хоть не очень. Вот, 70 тонн освободилось. Пофиг, я хочу Зевса. Так. Вот. Бушвакер, ну да. У меня по нему ностальгия еще из третьей части. Это же там самый первый мех. Так, нам сюда нужен специалист по этому. Не, подожди, я же убрал ханчбека. Ты куда? Ты куда попал опять? Ну-ка, пошел нафиг. А, нет. Стоп.
Опять я затупил. Блин, а че я его купил просто, получается? Вот это надо было тогда купить. Хеви автокан. Ну давай вот этого. Горбатого уберем, вот этого добавим. Вот. Застрял в сифу, и чё как? Говорят, игра хороша. Heavy автокеннон, heavy автокеннон. Хочу, что нужны специалисты по этим, по автопушкам. Мясо, ну ты ж подохнешь опять. А еще легкие автокеннаны. Подожди. Автокеннон. Это средний. Да ёк-макрёк. А это тяжелый. Так они вообще не подходят сюда. Вот этого на лазеры тогда. И этого на лазеры. Вообще запутали. Все запутали. Все. Я готов. Михаил Рукеш играл. Все играл. И в онлайн. И до сих пор играю даже в онлайн. Офигенные драки, сложно, визуально прям шедевр. Локации красивейшие. Это в Сифу-то? Мне казалось, там такая. Стилизованная графика, упрощенная. О, а тут нам не будет уже, не будут уже рассказывать, что делать, да? Замечательно. Мы уже сюда потыкаем. Чё камера так медленно тикается? Я надеюсь, это просто грузовики. Ив онлайн? Нет. Мехвариор онлайн. Ив онлайн это... Сам понимаешь. Не каждому дано. Слишком много таблиц. Этих ракетчиков надо первыми валить. Ты куда убежал? Я больше не буду забирать этих файрантов. Чего он убегает? А, вот чего он убегал. У него там еще кенты. Что творят? Полетел. Катапультироваться. Ух, напряженка. Чё это так дофига? Надеюсь, это все танки, и правда. Запарили, даже реальные съемки делали. Нам тоже надо Влада снять, типа, и эмиссар, и в игру встать. О, кстати. Где он этот? Со шваброй, помнишь, косплей? Блин, у меня кофе кончился. Секунду. Я сейчас приду.
Да. О. Ну что? Вот это надо не уничтожить. Это надо захватить. Томми Харт, не прошел еще. У меня, блин, желание проходить его, что-то не знаю. Он душит, он быстро душит. Там вот эти вот диалоги бесконечные, вот эта вся болтовня. Ну-ка, иди сюда. Иди в ловушку, дружочек. Ну да, это грузовики все. Прелесть. А я хотел уже на них гаубицу потратить. Ну уж нет. Уху, ресурсики 26 тысяч. Сейчас как вызову вертолет. А потом. О, пехотинцы бегают. Пиу-пиу. Эти, вот в эти желтые бочки, кстати, они взрываются. Так, конвой-то уничтожаем. Ничего не знаю. Говорят, мы что-то нарушаем. Черт. Leo Control, this is Lieutenant Diaz, tactical officer. We are pursuing bandits on behalf of the Stop. We respectfully request that you do not interfere. Давайте. Бегом! Так, Флэш умеет прыгать. Для нее сейчас будет особое задание. Иди! Прыгай! Хоп! И захватываем управление турели. И все. Теперь все турели наши. А мы уже всех уничтожили. А, вон. Его же турели. Дядь, да плевать мне на твою политику. Видишь, что у меня тут происходит? Что-то там рассказывает, какие-то там... У него там политические эти, какие-то там взятки там они какие-то. Кому-то за что-то платят. Я турели захватил, так что ничего не знаю. Эта штука. Геодезический купол. Нифига. Мне ремонтник нужен. Тут прикольно, доставка юнитов, как в этом, в граунд-контроле было. Ну чё ты через него проехал? Люди же смотрят. Неприлично. Нагибаемся, не стесняемся. Quick save. Тут нельзя, главное, сделать в бою обычное сохранение. А при этом из меню из главного нельзя загрузить быстрое. Так, для Флэш еще одно задание. Бегом! Захватывай! Понь. И ворота тоже. Уху, как вовремя. Офигеть, ты чё такой,
как ворвался, да? Why? Воин. Катапультировался. Так, ремчасти тоже подтягивайте. Что вы там? Стесняйтесь. Ground Control. Причем есть же и Ground Control 2 еще. Который прям вообще... Я в него наяривал долго, помню. А чё, вы не повредились все? А, ну вон. Он не может проехать. На проезде! Его надо вести. За ручку. Класс. Всё, отдыхай. Под защитой турелей. А мы? А нам что надо? А нам все еще надо захватить. Вот эту штуку, где производят вооружение. Конкретно вот это. Блин, вот мне кажется, в этот раз не нужно уничтожать генератор. Он может... А хотя, подожди, здесь нет турелей. А раз нет турелей... Нет, турели вот есть. Короче, вот эту штуку надо захватить, потому что, скорее всего, когда мы захватим на вот эту основную хрень... Да, блин, камера! То нам придется, скорее всего, отражать еще контратаку. Чё ты, поэтому квиксейф и погнали. Мужики! И дамы, чё встали-то? А, меню открыто. Маленькое меню не видно. Открыто оно, закрыто, и есть ли оно вообще? Да блин, кто там еще? О-о-о, а у вас есть ресурсы, йоу? Есть. Чего ты в миссии 20 тысяч уже? Откуда такие? А ну сюда. Это Анубис. Уже. Кстати, Анубис тут уже было, по-моему. А я только прочитал, как они называются. Как сзади встала. Может, я ей что получше пулемета поставить уже? А, у него легкий нет, он ничего не видит. Вакханалия квадратных взрывов. Окей, сэр. Сэр, yes, сэр. Тут тачка стоит. Тачка. Во. Нива. 3063 год и до сих пор в производстве. По-моему, я это в прошлый раз говорил. Ну, сюда запрыгнуть надо. Всегда, по классике. Ну, а чё, хорошая же машина. Главное, простая и надёжная. Так, без палева. Пусть эти размазывают урон, а ты давай прыгай! Нива в сноураннере есть? А я ее не видел, я там только УАЗик видел. Она DLC-шная, что ли? А чё он ругается на слово говно? Говно и говно. Автомат лютует, как всегда. Можете сюда поднять? Вот это чё? Чё тут стоит? Ага. Проспал ты! Смену свою! Караульный! Всё! Вот так вот.
Пока спал, войну проспал. Ой, тут кто-то. Ты кто? Ты кто, воин? Умер. Ой, тут целый взвод. Стой. У них силовая броня. Офигеть. Это какие-то эти... Как их называют, блин? Блин, сейчас... Есть же эти... как она выглядит, блин? Силовая броня в этом... Батлтехе Мехваре. Там типа человечек должен залазить внутрь. Где она? Блин, крутые картинки. Источники не те. Во! Так вот, вот такие вот. О! Какие, да? Мужчины в сеточку. Внутри этой силовой брони. Тык-тык. Эй, а это... Почему у меня здесь метка? А, это так это уже выход. Стой, куда вы убежали? Они к зоне эвакуации приперлись. Рано еще. Не закончили мы еще тут. Вообще, добежали бы уже и захватили что-то. Делов-то. Еще кто-то есть. А вот стоят двое. А че вст... Короче, они когда вне поля зрения, они почему-то затупляют. Говорят, не могу туда прийти и останавливаются. Особенности, наверное, программирования под Windows 95. Еще один катапультировался. Все остаются живы. Ну, кроме тех чуваков в бронекостюмах. Давай прыгай. Чё ждать остальных? И захватывай. Objective complete. What we got here is a cache of pristine Gauss rifles. Imagine something that can blow the armor of a mad cat from long range using almost no heat. An elegant weapon. Клёво. Винтова Гаусса натырили, говорит. Все? Дебал тут одну. Подожди, еще... Сейчас опять, говорит, будет контратака. Вообще мы можем экстракт сделать. Вторичных этих целей нету. Ну ладно. Мне кажется, это баг, что вот этот экстракт появился. Из-за того, что мы дошли туда случайно. Пока летабились. Где? Ух, ёптельмоптель. А чё они с той стороны-то идут? У меня турели здесь стоят. Придется потратиться. Так. А, это вертолеты. А нафига я гаубицу ставлю? Против вертолетов, что ли? Безумие. Вертики, вертики. Пиу-пиу-пиу-пиу. Да, камера в конце неудачно скачала, прошу прощения. И все. Можно было просто свалить отсюда и все. Ну давайте, давайте, бегом.
Вот чё-чё, вот это вот то, что в конце надо к точке эвакуации бежать. Можно было бы как в батл тихий. Просто конец. Давай-давай-давай, кто первый? Ну, конечно, ты первый. Первая. Главное, чтобы они бежали, надо кликать и зажимать пробел. А при этом камеру я двигаю стрелочками. Так что это? Мизинец разрабатываем. Mission successful. О, анубисы уже подороже вот эти, по 33 тысячи, я их забираю. Что еще можно утащить с поля боя? О, можно все утащить. Правда, денег мы на это потратим. Подожди. 22, сколько? 60. 90, считай, да, еще 90. Ну, короче, 180 тысяч, да? Ну, в принципе, это так и есть. Нафига я их тогда утаскиваю? Анубисы, они легкие? Дальнобойные. Ну, они легкие, да? Да, 30 тонн. Нахрен они нужны тогда? Я раньше их все утаскивал. Бум, бум. Давай, медаль за отвагу. Тетка получила. Халам-балам. Еще одна медаль. Че, все получишь, что ли? Главное, есть иконка грузовика. Грузовика с грузом. С каким-то другим грузом. Без груза, блин. О! И это дали. Пурпурное сердце. За то, что было ранено. О. Угу. Чего? Enjoy the weapons you captured, Commander. A prize for a job well done. You have violated House Liao's territory, Colonel Renard. I have no idea what you're talking about, madam. House Liao said there were no bandits in that region. Why would any of my forces be there? I officially protest. Noted. Yes, one no, of my I'm civilian spies is missing. I sent him into Liao territory last night. He's being held prisoner in a facility across the Little Yangtze. Recover him. Incidentally, Liao has a fuel depot nearby. An explosion there would make a good distraction. Colonel! That will be all. Она же из хауза Liao. А он из хауза Штайнер. Хауз, блин. Те, кто хаузы тут сражаются. Так, уничтожить, захватить. О, ремонтный отсек какой-то. Тюремный комплекс. Тут сваливаем. О, дополнительные грузовики с ресурсами. Окей. Такс. О! Это что значит? Это значит, мы можем взять с собой кое-кого. Кое-кого, кто весит. Эй, опять не влазит. Бушвакера придется убрать. Дай Зевса. Дай Зевса. Еще 40 тонн остается, блин. Купить какую-нибудь мелочь. New battle max available. Чё тут? Я забыл, сколько у меня там тонн? 40 тонн. Блин, ну это хрень будет какая-нибудь. Холландер. У него гауссовка просто одна. Он маленький, 35-тонный. Блин, это интересно. Хм. 36 тысяч беру. Давай его сюда. Так, надо запомнить, кто у нас это. Pulse Laser.
PPC и большой лазер. Короче, тут по лазерам кто-то нужен. И тут или по легким, или по гауссовкам. Мясо. Мясо умрет, как всегда, пошло нафиг. Так, кто у нас по лазерам? О, Twitch. Twitch на Зевсе поедет. О, у него есть сенсоры в этой штуке. Как понять, что у него есть сенсоры? Не написано. Вот тут сенсоры средний. А у этого нет сенсоров. Блин. Можно добавить? А-а. У него сюда, походу, весь... Все слоты у него ушли на это орудие. Ладно. Это будет весело. Ну, блин. Новичка тоже сюда неохота сажать. Ладно. СРМ. Специалисты по сенсорам. Что ее пересадить? Она специалист по легким мехам. А сюда как раз посадим кого-нибудь, кто по сенсорам. Во, червя. Колоритный чувак. Ага. Save the game. Save my game. Поехали. Ну? Погнали. Ай-яй-яй-яй, глазочки. Ночная миссия, вот это кайф. Вот это я понимаю. И у всех причем квадратные фонарики, класс. Прям ретро. Пошли потихонечку. Будем пробираться в ночи. Вот к этим топливным складам. Так, а что делать надо, я забыл. Так, а, их надо уничтожить. Жалко. Хорошие штуки. Уничтожаем запасы топлива противника. Нифига он! Это вот это как раз гауссовка была. Надо на всех поставить гауссовки. И носиться. Подожди, не торопись, не торопись, не торопись. А это что? Давай сюда жахнем. Гэндальф, давай жахнем. Упаль. Он должен встать вообще, нет? Нет, не встанет уже. Блин, а он целый, может мне его это? Нет, у него ручки нету одной. Мне будет немного бесполезен. Могу так посмотреть, что в нем? А, вот. Не, у него лазер и 4 ЛРМ. Ракеты даже не ворот. Не хватает очков, чтобы его поднять. Ладно. Так его поднять можно и пилота своего туда посадить, и он будет бегать с нами тоже. А чё мы? Мы какую-то тупость совершаем сейчас. Надо их выманить, там же турели стоят. Нет, турели нет. А, это вот эти были. Мне показалось, что это турели. Ладно. Давай издалека. Ух ты, блин. Хреначите, а. Танчик. Крадется к нам. Опа! Даже не вспотел, говорит, ага. О, Spotlight Control? Это управление фонарями, что ли? Можно захватить его? И что будет? А, это типа тут по стелсу можно было? А, вот Spotlight стоит. Точно. Не, это не для стелса, это для чего-то другого. Так, Weapons Facility нам надо захватить и...
Откуда этот сигнал? А, вон он. Пиу-пиу-пиу-пиу. А у кого галка? У флэш. Ходи сюда, флэш. Сейчас мы сделаем красиво. Давай. Ну, ты чё? Можешь? Она затупила, как всегда. Вот так вот. Может, не надо их все уничтожить? Ну подумаешь, не надо. Хочется. Мы же все равно это топливо себе не оставим, правильно? Иначе бы у нас тут задание было. Пошли. Пилим-пилим-пилим-пилим. Гейт-контрол надо захватить и открыть двери. А кто у нас прыгает? Кстати, а кто еще умеет прыгать? А! Я же их поменял, блин, это местами. Тыкаю все на флеш, чтобы она прыгала. Давай, лысый. Погнали. Из Brothers. Открывай, ворота. Objective complete. О, красавчик. You got yourself some ER energy weapon technology there, Skipper. ER stands for extended range. Same damage, but it fires farther. Ага, хорошо. Такс. А чё ещё? Repair Bay. Repair Bay у нас вот здесь стоит, да? Вот он. На той стороне реки. Это допка. Тут что? Захватить грузовики с ресурсами, видимо, где-то здесь стоят. Тут выход. Ага, вот тюремный комплекс. Вот тут, наверное, будет посложнее. Ладно. Чик. Quick save. Here we go. Классика, стоят. А, блин. Меню. Не закрыл. Не могли, блин, вот такое вот на весь экран сделать? Нормальное меню здорового человека. Ну, сделай вот эту. Сисюка какая-то. У меня, блин, вебка больше, чем это меню. Ой-ой-ой-ой, тут мост. Стоп, 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 стоп. А тут должна быть какая-то, наверное... Тут нет ресурсов? Не, ресурсов здесь нет. А чё, если здесь? Нет, это вряд ли. Не в этой игре. Я уверен. Думаю, здесь этой штуки нет. Блин, эту реку форсировать-то жопа. Может, и правда отсюда где-нибудь перейти? Непонятно. Нет, тут глубоко, да, вроде? А, вот брод есть. А-а-а. Не, все правильно, идем сюда. Тыкайте, тыкайте, давайте. Ага, тут даже охрана есть. Шт, идем. Чоп-череп-череп-чоп-чоп. Блин, вот когда появилось цветное освещение, мне кажется, тогда вот реально была революция в компьютерной графике. Это вам не RTX, блин. Вот цветное освещение, вот эта технология, блин. Я на полном серьезе, кстати. Ну, давай, вы сможете, я вас верю. Кто перейдет эту реку вброд... Или нет? Блин, я не помню, как эта песня пелась. Ик. О, и куда мы выйдем?
И там мы как раз захватим управление турелями. Вообще, мне кажется, в игре слишком вот это просто сделали, что я могу захватить один домик и перехватить управление турелями. Причем для этого мне достаточно просто перепрыгнуть через забор. Там, конечно, есть ограничение, что если рядом какие-то вражеские юниты ошиваются, ты не можешь захватить. Ну, это как-то... Как-то простенько совсем. Промазала! За что я тебе плачу? Так, бегу. Она прыгать не умеет на этой хрени. Опять забыл. Прыгай быстрее, пока тебя не убили. Он не может захватить. А почему? Слишком много врагов рядом. Убейте их. Все. Эй, мышка залипает. А эту не хочешь захватить? Дверь открыта. Вот так вот. Мы пробрались на вражеский объект. Надо ремонтника звать. Что-то это... Черви уже плохо. Червя лечить надо. Давай прям сюда. Будет нашей временной базой. Простенько для игры 2000... Она 2001? Так. Я вообще хотел мех командир первый. Но там жопа с роликами, блин. Игру мне настроить получилось через... В рапер, чтобы она в этом в оконном на весь экран как вот это было и захватывалась ОБСом, но там не захватываются ролики. А без роликов играть такое. Короче, я еще над этим работать буду. Все, стой тут, отдыхай. Вон там встань. На быстром будь, на буре. Яндекс ремонт. Чик. Да, они присаживаются для ремонта. Чё? Произошло? А! У меня просто тут... Куда вы идете? Я альтабнулся просто, а они куда-то пошли уже. Пошли, наверное, блин. Местный бар. Стоп. Подожди, а мы... Ты, вы не в ту сторону идете. Вы, блин, вояки. А, это... Я их причем, я выстрелил у этих же ворот, они обратно ведут. Ой, блин, тактический гений. Это я. Вашим услугам. Как говорится, слабоумие и отвага. Зато я ворота открываю и закрываю. А теперь точно квик сейф. Давай тык. Тык. О. Тык. Ну все, пошли уже захватывать эту ремонтную что-то там. Ремонтную бухту. Это чё? Ёпсель-мопс. Это чё, Абрамсы уже прислали? Офигеть. Полетел. Давай, захватывай быстрее. Вот тут сейчас контратаку устроят, я уверен. Нет? А чё не устроили? А я бы устроил. Я бы вам тут такую контратаку заскриптовал. Грузовики. Сейчас бы немного поохотимся на дикие грузовики.
Вот они стоят. Нет, это не грузовики. А что это? Да, это грузовики. Бегом захватывайте грузовики. Эй-эй-эй-эй! Ну как бегом сюда? I'm on the fire over here. Чё ты? Не ной! Сам записался в нашу, не пойми что. О, прибежал он. Хаутштайнер наш, во. Какой соблазн пальнуть в эти баки. Непреодолимый просто. Вообще, не знаю, как быть. Кто-то перегрелся, говорит. Это червь опять? Ты чуть не живучий какой-то, червь. Да ремонт подогнать сюда. Он выехал? Выехал. Тут бы сообщал, типа, I'm on my way, sir. Поставьте мне рейтинг в Uber. Или Яндекс.Такси. А где? А чё ты не выделяешься? Всё, пошли починимся быстрее. Бегом! У-у-у! Обстреливают! А, вон турели. А я и не заметил. А тут бэм, бэм, бэм. И здание управления турелями стоит рядом же. Вы бы его хоть, я не знаю, там спрятали куда-нибудь. Червь. Иди быстро чинись. У нее тоже, кстати, сейчас закончится запас терпения. Зевса еще починит. И все, наверное. И отвалится. Ага, давай. Покедова. Но пасаран. Так я тебя пока здесь оставлю. Рядом с этим опаснейшим генератором. Ой, я тоже сейчас захожу быстро.
Мне тоже там. Нальешь? 4-5, 4-5. Так, 5 это эвакуация. Пора. Стоп. Стоп, 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 стоп. Там же турели, да? Надо это захватить. Но это пока не сложно. Может даже одного пока поставить здесь, чтобы потом не бежать. Угу. Ну-ка. Кто там стоит? А там кто-то охраняет стоит. Не просто так все. Давайте сюда. Блин, а тогда я не смогу так быстро захватить. Воу, 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 воу! Отходи! Но! Есть другой вариант. Есть авиаудар. Главное не взорвать вышку. 4, 3, 2, 1. Уу! Еее. Вот теперь можно захватывать спокойно. Прыгать опять. Так. Ууу, и ракету сразу получил. Захватывай! Прыгай назад. А неплохо ему так досталось. Ремонтник. Чини, лети. Лети! Вот когда бросишь быстрее, да? Он такой, подожди, мне надо заправиться. Тут им, сюда им. Сестру отвезти там на маникюр. Еще что-нибудь. Почему сестру? Пусть будет жену. Хотя. А что, сестер не отвозят на маникюр? Господи, я в какие-то... дебри ухожу. Так, это тоже... Ага, все, все турели наши. Где подняться? Мы тут подняться сможем? Ты не останавливайся. Медленно ходит, конечно. Подожди, а зачем мы наверх тогда идем? Тут-то что? А, можно вот тут прорвать. Отлично. Ты опять пиликает. Чинить-то будешь? У меня сейчас кончится заряд. А, ему лапку отстрелили. Ну все, стой тут. Вот так вот. И we go. Отлично. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Вот эту сейчас пям. Давай, 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 стреляй, 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 стреляй. Ха-ха. Не ожидали такого маневра, да? Червь, держись. Пошел. Эй, еще идут. Че молчишь, стоишь? Он отходит, чтобы издалека по ним стрелять. Нормально. Умный чел. А чего эти генераторы?
понятно, чего эти генераторы. Надо захватить грузовичок. Enemy resources captured. А, это генератор вот тех турелей, походу, да? Тут же нет больше турелей? А, вон есть. Ладно. Наверное, поразведывать чуть-чуть, нет? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Миссия как в книжках прям. Что, ни у кого ракет не осталось? Mech power up detected. Где еще мех? Да. I'll send a transport to extract him, sir. If he checks out, I'll add him to the roster. Давай, давай, забирай товарища Стива. Где он? Добавит к ростеру. Анубис. Бегом! Пора. Встали-то. Ты самый медленный. Пидюм, 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 пидюм. Все. Улетаем. Ты не ловила мне? Никому вообще? А ты ставил еще? Не знаю, к фигу. Заниматься бы еще. Objective complete. Вкусный. А? Ну да, целиком. Полную чашку. Mission successful. Я не хочу крепки. Не, нормально. Если его на полчашки, он приторный. Для меня. Ух, сколько мусору-то. А чё за шаю? 40 тонн он весит. Анубис. О, всё, довольно сбалансированный. Импульсный лазер, большой лазер. И автопушка. Если я все заберу, потом все продам. Ну так деньги чуть не прибыли. Подожди, 268 440. Ладно, заберу вот эти вот. Это все заберу, да? Сколько было, я опять забыл. 268 440. Так. 268 440. Я ж цифру в голове держу, ну камон. Сейчас посмотрим, сколько с продажи будет.
Твич, да ты опять монстр? А, ну хотя ты на Зевсе был. Ему еще и пурпурное сердце дали, а? I understand that you have a new mech warrior mercenary. Let's keep the recruitment to a minimum. Your next assignment is to execute a series of missions in a Liao territory. Those people are attempting to destabilize my command, and I will respond. Wait, Colonel, we have no proof. My patience has run out, madam. David, please, see reason. You want to know what I see? I see someone protecting House Liao. What are you insinuating? Do your job. Я говорю, она шпион. Так. Защитить, уничтожить. А, ну короче, это. Ага. Ладно. Разберемся. Так. Давай продавать их. New battle mechs available. А что там еще появилось? Хайлендер. У, 90 тонн. Так. Продаем. Так. А если сейчас выйдет 268-440? Нет! 303. Все-таки надо их забирать. Блин. Кто мог подумать. Ладно. Зато теперь мы знаем. 260. Кого-то надо убрать. Шутист. Вот это, блин, этот голос такой прикольный вообще. Как сколько? 60... 80, да? 80 тонн. 80 тонн. А, блин, 90. Кто-то очень хитро это балансировал. Можно купить еще одного Зевса. Кто мешает? А, ну он, кстати, шорт рейндж. Может прыгать. 90 тонн мех, который может прыгать. Это вам не шутки. Заметь вот этого на бушвакера. Это важно. У него 5 ЛРМ есть. У-у-у-у. Блин, это вообще сумасшедший мех. Ты думаешь, 100 тысяч? 100 тысяч сюда, 100 тысяч сюда. Это военная компания. Тут никак без расходов. А есть что-то легче. Рейзербека, но... Не, он самый легкий. Мне сенсоры нужны, без сенсоров я буду слепой. Ладно, вот этого пока уберу. Дай мне Хайлендера. Ну, ладно, надо бушвакера потратить, что поделаешь. Подожди. Флэш, давай назад к своему. Что у нас СРМ? Кто у нас по СРМам эксперт?
Steel. Toughness specialist. Ability to withstand personal injury that would typically kill a normal pilot. Короче, крепкий парень такой. Вот он пусть Хайлендером и управляет, да? Хотя нет, нет, если его ранят. Ладно, пусть вот управляет Хайлендером. А тут кого надо? Medium автокеннон. Лазер хоть есть? Даже лазера нет. Machine gun array. Блин, все стали специалистами по сенсорам, а? Psycho, Hammer, Dagger, Shadow, Creep. Кобра. Во, кобра. На бушвакере поешь. А сюда же я посадил Стива. Чё он? Куда он делся? Сохранимся. Надеюсь, я не пожалею о таком стаке. Тум-тум-тум-тум. Тум-тум-тум-тум. Угу. О, зимушка, зима. Прелесть какая. Напоминает Мехварёр 4. Который, кстати, я настроил. Как-нибудь поиграем. Блин, чё ты долго откатывается, мышка? Protect base. Это наше, да? Нет, стоп, 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 куда все подперлись? Кто у нас легкий? Вот этот и вот этот, все. Вот вы вперед, да. Давайте. Уи! Бежим ресурсы забрать. Знать бы, откуда не ступать будет. Да беги давай! Поехали. Тут что надо сделать? Это 2 или Б? Это Б, походу. Ну, бегом давайте. Еще вернуться успеем. тысячи ресурсов. Negative on the capture. Enemy's way too close. Смысл? А, враги рядом. Сейчас, подожди. Сейчас, авиадар решит твою проблему. Бегом, 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 бегом. Быстрее, пока тут не навалили супостаты. Все, ну теперь мочим остальных. Ага, спасибо. Сейчас наведем тут шороху. Блин, он по этой штуке стреляет, которую мы захватили. О, черт. Тут мы зря поперли сюда в маленьком составе. Чего устроили за беготню? Thank you.
Вау, что-то вообще у них все плохо идет. Он с ракетами едет. Постоянно отходишь, чтобы стрелять, бушфакер. Ну, я и тупанул, конечно. Захватить-то мы захватили, а толку? Надо вызвать сюда ремонтника. Чё ему оторвало? Ей. Да вроде ничего не оторвало. Просто чиним. Куда вы, блин, поскакали стоять? Лечиться будем. Так. Блин. Надо сохранить. Идем тогда захватим. Это вообще должен быть уже. Где ты должен быть? Где моя база? Вот тут ты должен быть. Оторапливайтесь, дамы и господа. Objective complete. Ура! Теперь это уж нам надают. Где эти сигналы? Ага, отсюда идут. Отлично. Этот едет? Едет. Шо? Ну давай, чё встали-то? Ууу, запчасти отлетают. Куда? На лету били. Это чё за... Хетцер! Хетцер, блин! Похож, кстати. Чё, вас даже чинить не надо, ничего себе. Уничтожить все атакующие силы. А где ваши силы-то атакующие? На стрелочках левая запястье устала играть. Пик. Но я жду силы. Силы атакующие. Это меня защитить, да? Кажется, сейчас откуда-нибудь отсюда пойдут.
О, нифига, бассейн есть. Или что это? Фонтан в центре города. Симпатичный городишко. Такой, я бы сказал, военный городок. Военно-промышленный. Это что? Обрабатывающий завод. Ага, что он обрабатывает, непонятно. Вот куда они тащатся. Ну, я подожду. Не могу сюда закинуть эту штуку. Гаубицу? Не могу. Ну, пусть едут, чё. Раз вы такую миссию придумали интересную. Где тут выход вообще? Вот тут? О, они там атакуют, походу. Вау, 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 вау. Нет, не атакуют. Кстати, здесь можно ресурсы забрать. Это вам не шутки. Ну, пошли. Встретим их по дороге. Тут есть, в принципе, где... Где занять оборону. Моя оборона. Сейчас будет стычка. Внимание. Думаю, даже мы их вот здесь подождем. А то флеш опять бежит одна. Тяжи, вы где? У-у-у, какой ты медленный. Чё мы стоим? Там броню теряют. Зевса разорвали! Вот вам и Зевс, блин, дорогущий. Это все неправильно. Это все неправильно, я туда не пойду больше. Думаю, мы должны их где-то здесь встретить. Здесь, я не знаю. Куда они... Куда им ближе? Вот сюда, скорее всего. Сюда мы зайдем. Хотят без пробела. Зевс, ты чё такой дохленький-то оказался? Ремонтника мы тогда куда-нибудь сюда подтянем. Он поближе был, когда отступать будем. Да? Да. Чё, все встали? Я не давал команду стоять. Короче, за этими ресурсами идти толку особо нет. Ждать, пока они вот тут сейчас дойдут. Мы хотя бы с турелями будем. Сколько их тут? Три. Но уже что-то. А вы чё стоите? Стоят там, блин. Чилят. Эй, багованный, вы чё? Вот дают, а. За вами следит. Противник уже придет, а вы стоите.
Реально. Реально багованный, йоу. Так, здоровяков сюда поставим. Этих подальше. Если эти бочки уже взорваны, да? И не причинят нам вреда. Можешь сюда встать. Все, давай. Quick save. Едуть. Куда ты бежишь, а? Тёть, займи позицию. Ви сюда сказали встать. Все. Hold position, как говорится. Давай, работаем. Хайландер все ракеты сейчас соберет. Отходи, отходи, болван. Вон вертолет, у них все, что хочешь. Стоять. Ракетчиков снять сначала. Держись! Осторожно! Ну что там Хайлендера нагнули? Офигеть. Вперед. Ремонт. Бегом марш! Чиниться давай, чиниться! О, Нива опять. Опять за пределом кадра кто был, стоит и тупит. Классика. Ой, я думаю, нам сюда и не надо отходить было. Быстро. Зевса, чини. Ой, все целы. А, это Хайлендер. Походу, Хайлендер все плюхи собрал. Давай, паяй. Они там же идут опять. О, я знаю, что я могу сделать. Блин, разумнее, конечно, было бы. Так, давай сюда. Есть идея. Миноукладчика сейчас сюда отправим. Чик. Давай. Давай, быстрее! Давай. Так. Давай, работаем. Укладываем мины. А что ты вот так не можешь? Опять по клеточкам все делает. Укладывай чертовы мины. Можно, кстати, сбросить еще этот. Copy.
еще парочку установок. Поддержку. Идуть. И они здесь идут. Ехай. Вы что-то как-то странно решили поехать. Сюда давайте, не тогда. Давай, не отставай. Мы тебя прикроем, братан, давай. Укладывай. Блин, там уже с другой стороны идут. Щуганул. Еще что. Ого, что у них есть? Катапульт. Просто отходим. Ну. Что стоишь? Что с ней? У нее крич, что ли? А он задвигалась же. С другой стороны. Там подрываетесь вообще или нет? Я именно для кого раскладывал? Они узнали, где можно пройти, теперь проходят там. Бегу! Другой фланг. Сюда мы не пойдем, мы пойдем. Сюда мы пойдем. Но. Флэш у нас вот сюда газовать будет. Ну чё вы встали, блин? Это что с управлением-то? Ну давай. Стой. Чинись. Салвич крафта уже нету, все. Да чё вы встали? Стоят, блин. И опять встали. Да бегом! Ой, какие тупые-то, а. Тут стой, чисто с сенсором будешь. Чё стоим, мужики? Уже турель одну потеряли из-за вас. Стоите! Ну, катапульт хитрый, а? Крепкая штука. Вот такой стырить. Job, sir. Кто-то помер. Он, по-моему, Twitch помер. Successful. Twitch помер. Не в смысле платформа, где мы стримим, а в смысле пилот. Так, что мы заберем? Это мой Зевс, да. Это мой Зевс, я его просрал.
promoted to regular. Кобра. А кем рулит Кобра, я забыл. А на этом, на бушвакере. Не, а не, подожди. Бушвакера здесь не было. Будешь специалист по средним автопушкам. Или по легким. Не по средним. Че, флеш-то не дали? У нее 6-я миссия уже. Где медаль за выслугу лет? Стил. Этому фиг пойми, что давать. Small Arms. А, во, у него уже ветеранские есть. По средним, по... Конечно, нам нужен LRM-специалист. А вы думали? И Твич, который пал. И он ветераном стал? Ну ладно. Будешь у нас... Medium Mech специалист. I understand that you have a new mech warrior mercenary. Let's keep the recruitment to a minimum. Your next assignment is to execute a series of missions in the Liao territory. Those people are attempting to destabilize my command, and I will respond. Wait, Colonel, we have no proof. My patience has run out, madam. David, please, see reason. You want to know what I see? I see someone protecting House Liao. What are you insinuating? Do your job. Какие-то инсинуации. Захватить штаб Ляо. Уничтожить химический завод. Свалить. И дополнительно уничтожить всех вражеских единицев. Так. Торговля. Так, что я там налутал? Э, а где то, что я налутал? А, вот же, Старслейеры. Две катапульты. Я себе одну оставлю. Ага. Ой, всего 200 взять можно. А катапульта сколько? Катапульта 65, блин. Резервбэк это дрыцкий. Где этого можешь взять? Холлендер. А, он без прыгалок. Ну далее бушвакера, бери катапульты. И на что у нас тогда остается? И ни на что у нас не остается. Вернуть Зевса. Ну блин, нет у меня на 25 тонн ничего. Жирных набрал, блин. Мехов. Вот этот. Ну блин, вообще нифига. А что, вот же 35. Этого могу еще взять. Легкий. С гаусовкой. Ладно, давай легкого. Не хочу. Не хочу. Уж трейзер бэка тогда поменять ничего-то. На 45 ничего нет. Остается.
Ладно, Хайлендера на Зевса пока поменяю. Я могу взять 30 и 40 тонн. Таких нет. Только 50 тонн. Раз и все. Ну ладно, давай так. Так, кто у нас там куда? ЛРМ, у кого ЛРМ есть? Вот сюда идет стил. Так, флеш, как всегда, сюда. У нас кто? Подожди, вот. Этот у нас. Этот легкий, кстати. Кстати, он легкий. Думай. Twitch, laser and medium. Twitch тогда сюда пойдет, в Star Slayer. Сюда кого? Странность, так, конечно. Ну да ладно. Пим-пим-пим-пим. Ну не моргай ты, фиш в порядке. Текстуры не сыпятся. Захватить штаб-квартиру Ляо. Уничтожить химический завод и спалить. Угу. Тут, наверное, не обойдется без контратаки, да? По классике все. Это что-нибудь важное здесь нет? О, первый. Все это, все это. Флэш на Razorback их видит. Ресурс-то есть? 6 тысяч. Ладно, перебьемся как-нибудь. Думаю, наберем 10 тысяч. Вызовем себе еще кого-нибудь. В дохлый мех. Если там будет не урбан мех, как обычно. Турели. Оно. По воде дойдем. А если атаковать турель? Я ни разу никого не атаковал турель. Ну-ка, всеми сразу. А, она довольно дохлая. Она даже опомниться не успела. Ага. Ладно, реализуем преимущество по высоте. Ой-ой-ой-ой-ой. Досталось еще чуваку. Бегом. Все мое. Сейчас они получат. Меньшень.
ты, китайские мехи. Давай, турели в помощь. Зев, ты чё, бролить пошел или ты лагаешь? Купишь. О, репэйр бэй. Чё турит контроль? Старый контроль, кстати, есть. Всё, всё. Покойтесь. Отсюда смотаться. Бегом! Эти трюки тоже наши. А это? О, теперь пойдем чиниться все. Халявный ремонт, оказывается. Вали. Вали, пусти даму. Следующий. В очередь, вставайте. Что там за сигнатуры еще едут? А ты слишком большой, ты не чинишься здесь? А что с тобой? Не хочет чиниться лезть. Эй, вы там что, перезахватили уже? Куда поехали? А назад. Вот зря я тут турель снес. Она этих не остановила двоих. No one bites the dust. Все, пошли. Кто там прыгает? Твич, ты на чем у нас? А ты как раз на легком тоже. Вот будешь прыгать. Или он на среднем? Не, он на среднем. Твич вообще крутой у нас стал, чел. А звук где? Молодец, все захватывает. Ничего не пропускай. I got it, I got the building! Что это такое? Очистной завод. О, нифига. Лоды работают. Сохранимся быстренько. Все. С заводом надо разобраться теперь. Какой горизонт прикольный. Так. Destroy all enemy units. Ну я отсюда пью. Чем мы будем топить? Поднимемся себе спокойно. И спалимся на них сверху. Нет, ничего интересного. О, ресурсы. О, туда мы сходим сейчас быстренько. О, это мины. У них тут заминировано. Точно, вон. Майн лейер лежит. Едет. Осторожненько, на мины не наступаем. БМП. Какие крепкие БМП. Ну, на Тони, наверное, БМП. Хотя, они обычно все картонные. Так, давай.
теперь. Чё? А, ты ходячих там? А-а. Ну вы чувачка ракетами закидали. Кто-то сзади едет. Да пофиг. О, катапультик. Будет у меня в луте еще катапультик. Что вы сейчас поднять? Мне пока не хватит. Кто-то еще идет. Класс. Кто там едет? Ведет. Мазила! За что тебе платят? Это же Мазила. Нахрен с вами. Эти вышки на что-то влияют? Gun Tower. О, они вооруженные. Жидкое хранилище. Что будет? Ну это просто вышка с пулеметом, да? Тут интересно, что стоит. Топливо. Назад! Назад, назад, назад. Сейчас мы его строим. Есть у меня один план. О, 16 тысяч. Так, стоять, 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 стоять. Вот теперь огонь. Ну хоть там подорвали. Вот это я понимаю. Вышки тоже уничтожим. Они нам тут ни к чему. Вот! Поднять катапульт. Беспилотная написано. No pilot. Захватывай! Тык. Уничтожить его надо, да? Уии! Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Не-не, стойте, стойте здесь. От этой катапульты что-нибудь осталось? 4 из 10 ЛРМов и 3 лазера. А из... от второй? То же самое. Не, подожди. Я же не ткнул. 3, да, надо вот эту поднимать. А что такое? А-а-а, подбежать опять к ней надо. Ну-ка, бегом. Бегом, 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 бегом! Сейчас мы себе рабочую катапульту заберем. О! С установкой и лазерами. То, что надо. Дома перекрасим. Что, ремонтника еще? Подремонтируем его. Тут всех подремонтировать надо. Кроме вот этого. Ну иди, развлекайся там. Ты присоединяйся. Roger.
Тоже вперед играться. Ну чё вы встали, стесняйтесь, вперед. Мы не уничтожили всех войсков в противниках. И они могут быть еще. Ну только здесь вдоль дороги где-нибудь кататься. А вон они минируют, ездят. Вон что они там минируют. Я понял. Это пульта в атаку. А все, хана им. Сейчас мы тут разберемся. Сейчас мы и допку сделаем. Только осторожно ходите здесь. Пехотинцы. Вот и все. Сейчас еще кое-что сделаю. Roger that. Enemy resources captured. I copy. The building guard. Еще намучу себе денег. Ну чё вы там не идете? Мне поднять надо. Я еще катапульту подниму. Можно еще поднять? Есть где-нибудь еще между? Их только два было. Их только два походу было. Вот запчасть того, который я уже поднял. Ну, ладно. На безрыбье, как говорится, и катапульт рыба. Ты же грустишь, пошли с нами. Где выход? Где вы там? Войны. Взял, снес, блин. Это флеш угорает, бегает. Objective complete. Objective complete. Mission successful. А, вон еще был. Менчень. Чик. Давай заберу. Че это средний, да? Интересно. Начал особо ничего не получил здесь. Фига он, фига ты настрелял. Тут даже проигрывает ему. We have the location of the bandit stronghold. It's roughly 10 clicks west of here on Little Bear Island. Nothing but rocky desert, no cover, nowhere to run. Finish the job and get off this planet. You're a mercenary and I can't trust you. I've learned I can't trust anyone. So wipe out the bandits and then get out of here. I've got plans for Carver 5 and you don't want to be part of them. Ты что-то там свою игру какую-то затеял. Ладно, сейчас я надо паузу сделать.
Ну, дальше. А, я могу выбрать. Соединиться с Атласом. Вот это да. О, у меня две катапульты. Куда остальные-то делись? 160 у меня все. New battle max available. И какие? Нет уже новых. Менчень. Это медиум, оказывается. У него ЛРМ-ки есть. Три катапульта у меня. Мне столько не надо. Соукист. Такой у меня есть. Что же нам взять? 0,60. Может, кучу легких взять? И все. Три. Так уж и много. У меня с сенсорами только Razorback и все. О, у этого есть подавитель. Тогда мне нужен по-любому разведчик. Ну чё нет? И они все short range получаются. Не, так не пойдет. Ну ладно, вот так. Вот так. ЛРМ, у кого ЛРМ? Вот. Еще две. Кто там у нас специалист по среднему? Твич идет на бушвакера. Ну и флеш, как всегда. Какой-то такой состав. Сколько мы там уже прошли? 7.
Это нам не нужно. Выманить их сюда. Эй! Чуваки! Ага. Давай. Отбегаем. Сильно жахнет, не? Давай. Одного зацепили. Неплохо. Хотя бы одного. Есть что-нибудь? О, у него один, одна отсашка цела. А у меня ресурсов нет его поднять. Что вы тут делитесь? Натупили так натупили. Классно. Тут я не смогу забраться. Куча народу. О, на патруль вышли. Нормально. Тут мы их встретим. Держать позицию. Теперь лучше. Бегом! Что ты не могёшь-то? Нет ремонтной базы где-нибудь? Нету, жалко. Тут ресурсики есть. Хрен ты сюда попадешь. Не на этих машинах точно. Такого поднять тут можем кого-нибудь? Никого не осталось от них. Пошли.
Target confirmed. See that? Yeah, sure, you got it. Еще один. Twitch here. Yeah, target acknowledged. You got it, sir. Oh yeah, another one bites the dust. Это интересно. О, вот он стоит. Транспортник. Ой, как они удачно идут. Наваливают. Но надо чиниться. Здесь есть где-то ремонтная станция? И нифига нет. Надо отсюда заходить. Давай издалека. Зацепит их? Бегом! Низкое этот городское бетонное здание. Да, хрустевка. Ну-ка, давай сюда подойдем. Затурили. Посмотрим, как они попляшут. Наводись. Enemy down. Вот так вот. Все, чиниться пора. Где там еще сигнал? Выжидают. Какое-то что-то отвалилось. Да. Один пулемет едет, стреляли. Flash here. Back in action. Twitch here. Roger that target. You got it, sir. Not so tough anymore, are you? Ехали. Там вон еще катаются. Вот это вот Air Traffic Control. Так, 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 эпичная музыка. Scratch one enemy.
постоянно отходит, чтобы стрелять. Кто первый? Так, один объектив есть. О, что-то посерьезнее. Star Slayer. Понял. Бегом. Мы их задержим. Ранен. Никак. Че, это все наше, да? Великолепно. Не тупи. Звук. Прикольней. Ладно, где этот атлас? 24 тысячи. Ну-ка. Поднимем этого Старслейера. Где ремонтик? Дай мне переключиться просто. Тупая система. Чем у него осталось? Блин, у него все оружие. Ты дурак. Надо было посмотреть опять. Какую-то хрень поднял. Он даже не чинится. А быстрее ты не можешь? Труба, главное, это целая. Чё он? Чё на его продам? Сюда-то попасть. У-у-у. Где тут этот атлас? Чуть за колье такая странная. Не, это выход, понятно. Объектив. Я обнаружил второй аэрострип в этой
We need to destroy both air traffic control towers to completely knock out the bandit supply line. Check your tag map for the location of the second tower. Это моё теперь! Офигеть. Ну, держитесь, супостаты. Что у него там есть? Неплохо, он упакован. Ты тут стой. А, ну мне все-таки туда лезть, да? О, стоять, а ты можешь? Это не все целые. Откуда идти? Сюда идти? Ну, блин. Чё какие-то стоят вон? Отбились от стада. Бегом! Блин, катапульты вообще имба. Если на расстоянии. Если их близко не подпускать к врагу. Взорвался. Блин, тут засада, нет? Ну да. Слэш, за дело! Давай, 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 захватывай быстрее. Есть. И все, капец он. Трели-то мои теперь. Ух ты, Рейвен! Классика в деле. Тут стоит, ничего сделать не может, бедняга. Чехетр катается. Бейте его. Самолет! Давай за Рейвеном. Что надо сделать-то? Air Traffic Control Bed. А, такую же вышку уничтожить. Понял. Сейчас сделаем. У него осталось-то что-нибудь? О, у него лазеры осталось. Ремонтник, бегом. Давай, давай, семеро одного не ждут, ну. Сигнал тут еще, тут базовая еще здоровая. Ты где? Ну-ка давай. Сметайся пока сюда. Копи, ай, копи. Бега. А, блин! Дофига ты уничтожил. Я не в то здание ткнул, понял. Тебя починяли? Все, мой репер сдох. Еще можно заказать? Не, больше нельзя заказать. Ладно, дохляки, пошли.
поперли уже. Что-то мне в МВО поиграть теперь захотелось. Блин, тут Рэйвен такой прикольный. Остроносый. Тема. Бегом! Тут у кого оружие не осталось. Самый первый бежит. Сюда, сюда, сюда. Давай, 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 давай. Хоть переть. Вот. Еще один старстрелок. Сейчас контроль турели уничтожат. Ну ладно. Не больно-то и хотелось. Че? А вы думали? Вот так. Действуют профессионалы. О, мы тут еще не были. I copy, sir. Copy, I copy. Можно было отсюда вообще зайти, а мы на пролом поперлись. Как всегда. Бегом, кто там быстрый? Вы чё, блин, где-то через Кургальджино идёте? Валим. У меня ещё 14 тысяч. Есть кого подобрать здесь? My rent. Ну, можно. Roger that. Silence craft is on its way. Хм? Коллекция. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Чё, у тебя осталось чего-нибудь, цыплёнок? О, да он практически целый. Всего отремонтировать. Ну. Мне это бесит управление. Есть настройка правый, левый клик поменять. Попробуем. Objective complete. Mission successful. Тут одни урбан-мехи. Стоп, сколько денег? 446 600. Стрелял дядя. А, ну это на Атласе, который. Mech Warrior promoted to veteran. А чем ты стреляешь-то?
скаутинг. Дальше видеть будет. Ничего не получилось. Эти просто так ходили. А, вот этот еще. Ничего себе, за семерых дали. Семеху, блин. Раз, два, три, четыре, пять, все, офигеть. И он же этого, Рейвана подстрелил. Там еще осталось. Если мы сегодня закончим кампанию Штайнера. Так. Да, это последний из компании Штайнера, и все, и мы закончим на сегодня. Так, захватить оружейный. Уничтожить переработку и топливо. И что это? Бандитский этот, штаб, он у них, в кабине какого-то, смотрит. В носу космического корабля. Отлично. О, 300. Тут шутка про тракториста. Так, сейчас мы сначала продадим. Атлас. И все? И все. Только атлас, но у меня есть атлас. А если всех атласов сделать? Угу. 446-280. А, еще Старслейеров не продал. О, нормально подзаработали. 150 тысяч. Атлас 100. А может просто 3 атласа взять? Тупо 3 атласа. А, ну у них разведки, в принципе, нет. И что-то, что может в разведку еще, кроме Razorback'а. Вот этот может? А вот, смотри, средний сенсор. Продвинутый. О-о-о! Поздравляю, у Flash новый мех. Razorback нам теперь нафиг не нужен. Так, ну естественно, Atlas. Атлас у нас ближний бой, этот ближний бой, вот это средняя дистанция, Зевс. Давай Зевса. Зевса. Катапульту обязательно. Аж две катапульты. Блин. Что нахрен этого Зевса? Ааа, два ханчбэка. Не, ханчбэки дохлые. У меня на среднюю дистанцию не будет тогда. Все Хайлендера сюда поставлю. Да, он лично получит этот Хайлендер. Ну и... дохленький он тоже. Next. New Mech Warriors available. Кто? Так, подожди. Флэш, во-первых. Тут мне ветераны нужны. Steel.
ЛРМ. Так, Стил, ты пойдешь, как всегда, вот в катапульту. Зевса у нас... Зевса у нас возьмет, наверное... Твич, нет? Я не понимаю, вот... А, ну у него есть два больших лазера. Просто это специалист по лазерам, но он же не специалист, получается, по импульсным лазерам. И он специалист по средним, блин. По средним. Ладно. А этот куда? Клеймор. Типа его я должен за Атласа поставить? На Атласа. Ладно, хрен с ним, пусть на Атласе. ЛРМ специалиста у меня нет, да? Твича на Зевса. Специалист помедленнее, посредним. Подождите, ну-ка, Зевс, иди-ка ты нафиг. Кто у нас средний еще есть? Бэшвакер. Средний лазер. У Швакера нет лазеров. Обычный лазер. Блин, а у него тоже сенсор есть? Это как-то тупо. Блин, вот это взяли. Курица странная. Вот этого взять, и к нему еще вот этого. Часть это посадить. Странная компашка получается. Вот же голова тяпка какая, а? Лазер PPC, да, и ЛРМ. Где у меня же был ЛРМ специалист? У меня СРМ специалист. Ладно, пофиг, Твич пусть будет. Не думаю, что мы сильно из-за этого пострадаем. Го! Стоп. Сейчас я.
Мы в эфире, возвращаемся. Я вижу новый ассет. Камни и кактусы. Треугольные кактусы. О, о, кактусы. Такс, ну-ка, верни мне. Задать. Так, захватить оружейную, это номер один. Уничтожить нефтехранилище, да? Ну давайте. Почему нефть? Может, у них какое-то другое топливо. Ладно. Но в том, что здесь не пройти прямо. Чего? Как это вообще возможно? Ты допрыгнешь на Рейвене? Она на Рейвене прыгать не умеет. Ёк-макарёк. Что делать? Просто расхерачить центр управления. Придется их обесточить. Блин, авиадар 7000, да я разорюсь так. Других вариантов нет. Блин, а. Или добежим? Да добежим, я думаю. Да блин, там этот мерзавец стоит. Да, он там катается специально. Черт, придется их все раздолбать. Обидно, да. Хотя он отъезжает. Вот она вот так успеет. Сейчас. Сейчас рванем. Сейчас он отъезжать будет, и мы рванем. На пролом. Давай. Быстро сейв сделаем. Бегом! Давай. Бегом. Я слежу за тобой. Есть. Ну все, сейчас они наваляют. Их же собственные турели. Обожаю такое. Чё творят, ты посмотри. Это что за тележка? Ты тоже взял. Чуть не пропустил грузовик с ресурсами. Спокойно стоит, там наваливает. О, зря ты вышел, пацанчик. Мех дестроит. Commander, I'm intercepting a local transmission from the bandit leader. I'll try to patch it through. Что хотят, говори. Repeat, we are being overrun. We need immediate reinforcement. Unidentified broadcaster. Frequency is reserved for House Liao military traffic only. Do not attempt to use it again. So be it. Mercenary, I know you're still out there. You're gonna find I'm not so easy to kill. А, у них там лидер есть, да? А он о чем-то крутом, наверное, будет, да? Commander, I want that man eliminated. Without their leader, the bandit threat is over. You will be well rewarded. Renard out. Я понимаю. Что здесь делаешь ради победы? Засадка. Ух, вот это страшные вещи. Какие у них эти жопки.
Enemy resources captured. Мы если катапульта убили. Ж где-то страшные вещи. Commander, I want that man eliminated. Without their leader, the bandit threat is over. You will be well rewarded. Renard out. Ну что преимущество на высоте делает, а? По высоте. Рог. Здорово. Давай. Запускай быстрей. Горо. Забирайте. 44 тысячи. А там не было нормального меха. Fire Ant. Это уже сгнила фигня. Херня была. Окей. Тут у нас что? Еще база какая-то. Лишь бы отсюда не расстреляли. Живущие ли? Ну, здрасте. Пацана далеко теперь их видит. Вот это я понимаю, сенсоры. Это патруль, либо грузовики. Патруль, видимо. Это вот эти штуки опасные. Ну, ракетки есть? Точно, СРМ-ки у нее есть. Нормально. Ракеты ближнего радиуса действия. Ну что ты палатку даешь? 54 тысячи у меня. Пригодятся ресурсы. Это у нас кто? Это, кстати, вполне удачный стак. Ау! Он взорвался. Их реакторы взрываются. Поэтому их нельзя потом восстановить. Это что за помойка? Стой, грузовик, кран какой-то. Тут же ничего нету, да? Просто зря пришли. А тут уже поинтересней. Ну, как настоящие герои, идем в обход. Ну что, рывок? Roger. Давай, быстрее. Еще отстреливается, смотри, как грызается. Опытный пилот. Все, здание наше. Как бы дальность прорисовки увеличить? В игре я бы не отказался.
Амадемп. Угу, вот она. Хетер. Мех power up detected. Мехи. Мех power up detected. Ой, мелкотня сейчас налетит. Ну-ка, давай их аккуратненько. Ну чё, у нас тут адрес? Я только сейчас понял, как надо было. Тебе покажу. Вот эти вот амодам. Если их взорвать, будет. Значит, надо их взорвать. Мех power up detected. Вот так вот сейчас подойдем. Теперь горох. Пусть подбегут. Подбегайте, не бойтесь. Теперь стреляем. Вот так вот. Вот это эффективность. Чё ты встал, лёг, встал, отойдись уже. Мёртв ты лежит. Все, забираем себе ресурсы. Партизан. Вали отсюда, партизан. У меня ресурсов 64 тысячи. Objective complete. Nice. Ultra auto cannon technology. Light, medium and heavy. They sling a lot of lead real fast. Ультра автопушка. Скорострельная. Жрет свинец, говорят, как не в себя. Или плюется. Наверное, плюется все-таки. Жрет тот, кто от нее отхватывает. Ой, а что тут произошло? Что тут все такое раздолбанное? Это кто тут плюется? Откуда у вас такие ракеты? Кто-нибудь, пошлите ему подарочки. Не, ну это все мелочевка, это неинтересно. Так, кому-то ремонт уже нужен из наших. Нужен ведь? Стоять. А, ну классика. Послаем и отплывем. Теперь бегом! Бегом! Пусть большие отхватывают. Вот и все. Что дальше станем? Да, свидос. Штучки. Они даже пальнуть не успеют. Великолепно. Мне вообще ничего не надо делать. Target.
О, вот какой-то крутой пацан. Так, 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 отходи, 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 отходи. Пусть турели пока поработают. Вау-ху. Никто. Валим, 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 валим. Флэш сейчас получит. Это самое, не балуйся. Мне нужен ремонтник. Бегом, 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 ученица. Куда ты? Тупец стоит, а? Смотри-ка, целиком починил. Вроде все более-менее целы. Ты починил мне катапульту? А чё стоишь? Мне вот снять поделение, нет? Вот этого поднять? ЛРМ-ки у него сдохнет, но у него есть одна ППЦ и два лазера. А излучатель нам всегда пригодится. Давай, давай! Засылай пилота. Вонгс Лао Ху Лонг Шот. Там она сидит. Пиликать у меня на радарах. Ей может не хватить прочности этой тележки. Да. Repair resources depleted. Ну ладно, что поделаешь. Вот тут нос, да? Угу. Там тут упал у них. Движок, хвост, крыло, это разбившийся космический корабль. Ага. И ладно, давай еще одного ремонтника. Может, он его сильнее починит. Давай. Что он вообще почти полный у нас будет. Long shot here. Good to go. Да. Зря чинили. Ну пошли. Captured. I got the building.
shot here. Target locked in. Aye. Long shot here. Copy target. Yes, sir. You got it. Flash here. Target confirmed. I copy. Я ресурсы все довольны. Но не за это. Twitch here. Roger that target. Twitch here. Yeah, target acknowledged. Long shot here. Target locked in. Okay, sir. Давай. Захватывай. Negative on the capture. Enemy's way too close. Aborting capture. Yeah, sir. You got it. I copy, sir. Наваляли так, а? Все с тобой нормально. Ты уже не under attack. Хранилище. Зерно хранилище. Ну все. Что у нас осталось-то? Осталось хранилищами разобраться. Где ремонтник? Давай сюда двигай. Долго едешь? Чуть-чуть осталось. Погнали. Ух, ёфкин, вот это жахнуло. Давай издалека. Ну чё тупишь-то? Стреляй, нет? Тупые-то какие, а? Вот эти скалы с ума сводят. Назад, чё ты? Ты можешь ничего здесь делать. А все. Вот и все. Да.
Чтобы поднять-то никого. Это мелочь. Пошли. Кто там у нас еще? Там кто-то есть. Двое. Отличные новые сенсоры. Обожаю эти новые сенсоры. О, это вот эти мерзкие штуки. Убегать от их ракет. А, это ж свой красненький. Пять мехов забрать с собой. Но лень. Objective complete. Mission successful. Фламб. Сколько у меня там? 685. Будем хламом торговать. О, 7. Круто. За отличную храбрость и отвагу. Храбрость и отвагу. Честь. Что, всем дали? Компания Штайнера все, походу, закончилась. Дальше будет компания Ляо. Твич, ты маньяк. It was a complete victory for Steiner. The bandits were hopelessly outclassed by the mercenaries, just as I had predicted. Carver 5 can no longer be considered a hot zone. Wrong! As we speak, the 4th Alliance Guard is en route to Carver 5 to reinforce the Steiner defensive cordon. The 4th is a hard-fighting unit of veteran mech warriors. Why, I ask you, has Colonel Renard called for heavy reinforcements if the bandit threat has been eliminated? It's obvious. They're gearing up for a strike against Major Kelly's Davian forces. Steiner has always been aggressive. Political posturing aside, there is something going on here that we don't know about. Why has the Archon refused to comment on this situation? Davian representatives say they were forced to respond to House Steiner's action, and that the reinforcements were called in as a purely defensive measure. Major Kelly was quick to take action, calling in heavy units recovered by House Davian during the Clan Wars. This influx of Clan technology should give Davian an edge against the numerically superior Steiner forces. Tonight, things are heating up on Carver 5. I've been searching Merknet, Commander, and I've found us a new contract. Working for House Liao. Liao is posting a lot of C-bills to attract veteran Merc units. I've got them holding on VidCom right now. I see no need to check your references, Zhangwei. We have seen your work firsthand. It is an odd twist of fate that the reduction of my military at your hands forces me to hire you as my mercenary. I am the Mandrisa Anita Chou. This is my son Jason. He is to be the next ruler of this planet. We require your services so that we may bring peace to Kafa 5.
Colonel Renard is overreacting to a minor bandit threat that has nothing to do with us by invading our territory and harassing the people of this planet. He is taking political prisoners, innocent civilians, and herding them into an internment camp. I want you to liberate that camp. The people must be saved. Liberate Gulag. Освободить Гулаг. Моментик. Пока я не забыл, я быстро продам. Ту-ту-ту-ту-ту. Для коллекции их оставлю. Ляоху. After mission 9. Все. Отлично, погоняли. Завтра продолжим. Будем проходить кампанию Ляо. На этом всем спасибо и пока.